Сборная команда «Цыган» примет участие уже в следующей Олимпиаде. По данным Международного олимпийского комитета, цыганская делегация должна стать самой многочисленной. По правилам, любой участник Олимпийских игр должен быть гражданином страны. У цыган нет своей страны, но мы пошли им навстречу. Во-первых, это многочисленный народ. А во-вторых, я все еще надеюсь вернуть фамильные драгоценности. В каких именно видах олимпийского многоборья примут участие новички, пока не определено. Однако руководители цыганского спорта рассчитывают на успех своих подопечных в первых же стартах. Могу вам с уверенностью заявить, что наша сборная без золота с Олимпиады не уедет. И не важно, что это будет – медаль, цепочка или зуб. Только что нам стало известно, что цыганская сборная уже прибыла на место и расположила свой табор на стадионе, где состоится торжественное открытие и пройдут основные соревнования очередных игр. И хотя до Олимпиады еще больше 3 лет, цыгане уже несут ощутимые потери. Мы сняли с забега на 100 метров главную надежду цыганского спорта. Нас вынудили признать правила Олимпиады. Лошадь в спринте участвовать не будет. Интересный факт. Когда цыгане звонили в МОК, чтобы подать заявку, звонок вроде был входящий, а деньги сняли с комитета. Как бы то ни было, на следующих Олимпийских играх выступит цыганская сборная. Это будет единственная делегация, которая после окончания соревнований никуда не уедет, а всем таборам останется ждать следующую Олимпиаду. Новрусти продолжают следить за развитием событий.